Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфиры. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. Повеличение объемов вытворчести и поляпшение добробыту громадян. Головные задачи, которые зараз стоят перед керавництвом Гомельской области. Об этом заявил старшиня облвыканкаму Владимир Дворник у Хойниках во время встречи с ветеранами керующего аппарата региона. Подробности у сюжете Настасьи Кучинской. Перед встречей со старшиной Гомельского облвыканкама Владимиром Дворником былых керующих работников познакомили с житем Хойницкого района и показали одни из лучших мясовых предприятий. На Полесском вытворчем участку открытого акционерного товариства «Мелковита» многие из этих людей не упершиню. Были и старшини райкама, керовники управления и комитета у Гомельщины с предприемствами региона знакомые добра. Але, как кажут, такой чистини и пригожости у их час не было. Сегодня был Хойницкий молочный завод уваходить у состав открытого акционерного товариства «Мелковита». И специализуется на вытворчести твердых и плавленных сыров, сухой сыроватки и сметанкового масла. Это амаль безодыходная поспяховая вытворчесть. Рентабельность от выпуску сыроватки складает 22%, а сыров до 33%. Большая продукции идет на экспорт. И это заправдный поспех. Завод был побудован перед Чернобылем. На полную могутность комбинат вышел усяго за год до катастрофы. Авария на ШАЭС серьезно подкосила предприемство. Большая обстанавания пришлось консервовать. Выжили только на техничном казине. Это небо и земля. Мы вначале только думали, что делать с этой сывороткой. И вот уже через 16 лет я увидел воочию, как вопрос решен, и она вся перерабатывается в сухом виде. Еще одна новая показательная вытворчесть Хойницкого района – молочно-товарный комплекс «Пудакок» – «Супвелитин». У минулом годе тут надоели свыше 6 тысяч литров молока на корову. При этом якостного первоважного тунку экстра. Выручка от реализации после закрытия усих выплат позволяет накировать гроши на развитие. Живелы утримливаются на фермах круглый год без выпасу. При этом умовы, можно сказать, санаторные. На таких фермах повеличивается термин життя коров и период лактации. До того же работникам значно легче, самые працаемки операции автоматизованы. Ветераны керующего аппарата здивляются. У свой час чули, что такие фермы працуют у экспериментальным парадку за мяжой. Але тогда не верилось, что такое можно будет убашить лишь в каждом районе Гомельщины, да тем больше у Хойницким. Але час показал ничего немахшимого, няма, коли грамотно подойти до справы. У керавництва района еще великие планы. Развивать производство. Самое главное. Будем развивать производство. За производством пойдут социальные объекты. Но самое главное задача меня председателя, ту, который задачен ставит, президент Республики Беларусь, губернатор, это улучшение благосостояния населения. Опошний пункт у плане визиту гостей – Хойницкий краязнавший музей. Тут проходит встреча со старшиней Гомельского облвыканкама у неформальной обстановцы. Как каже Владимир Дворник, хотелось встретиться с коллегами, заслуженными людьми у сябровской атмосферы. То, что сегодня мая Гомельщина у многим и их заслуга. Так или иначе, каждый наступный керавник учится на помылках и поспехах попередников. Размова в первую очередь в развитии Гомельской области и у приватности Чернобыльских районов за опошние 5 годов. По выниках минулой пятигодки еще гонорыться, рассказывает губернатор. Промысловая вытворчесть выросла на 9,5%, вытворчесть сельгаспродукции на 14%. При этом на одного жыхара в области на 7% выраблена сельгаспродукции больше, чем у среднем по республике. По узровню оплаты працы наша область заховывает другое место в Украине. Знаковые достижения – повышение агульной протяглости життя и поляпшение демографичной ситуации. Причем зараз больше за все детей нарожается миновито у районах потерпелых от аварий на ЧАЭС. У Чернобыльских районах так само активно растет вытворчесть и активизуется приват бизнес. И такие темпы снижать не собираются. У целом у Гомельской области головная задача зараз поднять якость життя людей. А этого максимум добиться только ростом экономики. Мы все понимаем сегодня, что если будет увеличен объем производства, будут дополнительные отчисления в бюджет и создание условий для человека, который живет на этой территории. Поэтому еще раз экономика, экономика и экономика. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» с Хойницкого района. Любый район, каб эффективно функционовал, у его центра повинна находиться мощная вытворчесть. Такую думку после уделу во Всебелорусском народном сходе выказал старшиня Ельского райвыканкама Леонид Писаник. И додал, что на подначаленной ему территории треба робить упор на развитие сельгасорганизации. Насельництво Ельского района каля 15 тысяч человек. Многие занимаются бизнесом. У апошний час тут значно узмацнилася предпринимательская активность. А гэта працоўныя месцы, развіццё вытворчасці і, зразумела, податки у бюджет.
И личбы немалые – 40% от усих поступлений. Задача сегодняшняя – район мая аграрный ухил – развивать миновито гэты сектор экономики. И говорка не об будавництве новых фермов. Необходимо больше эффективно выкористовывать иснующие комплексы. Надо сегодня повысить эффективность того, что мы уже построили. У нас создана нормальная, хорошая база. Эта база должна дать результат. А уже дальше потом двигаться вперед. Но сегодня именно надо снижать затраты, надо снижать издержки и увеличить производство и выручку. Тогда будет результат. Зараз у районе працюе 6 сельгаспрадприемствов. Их эффективная работа залежит и от климатичных умов. Минулое лето из-за природных катаклизмов спадзяванне аграрыяў не оправдало. Тому сёлета великие надеи на спрыяльное надворье и добрый ураджай. Нягледзячы на деноминацию, червенские жирокі з'явятся у паштовых скрынях у звычайные термины, без затрымок. При этом все суммы, кроме тарифов на жилево-коммунальные послуги, у их будут позначены как у новых, так и у старых грошах. Зроблено это для того, каб людям было простей разобраться у рахунку поведомлений. Наступные жирокі до конца 2016 года будут у деноминованных грошах. Але выніковая лічба будет адлюстроўвацца и у новых, и у старых рублях. Завтра с 11 до 12 годин начальник Головного управления организационной работы, контролю и внешних связей Комитета Державного контролю Республики Беларусь Оксана Беловец проведет прямую линию с жыхарами Калинковицкого района. Звернуться на яе и задать хвалючие пытанні можно по номеру телефона 8-023-45-3-17-09. После закончения прямой линии у райвыканкаме отбудется прием громадян с 12 до 13:30. Пляценнем вянкоў, пошукам квітнеючай папараці і карагодамі асвяткавалі купаллі ў Гомелі. Старажытныя абрады, тэатралізаваныя канцэрты, модныя паказы, выставы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і дэгустацыя нацыянальных страў. Сярод гасцей свята быў і наш карэспандэнт Яўген Пабалавец. Купальня в Гомеле ладили на трех пляцовках. На каскаде Волотаўскіх и Сельмашовских озер, а так само каля озера Любинское. Организаторы подрихтовали цікавую программу с народными обрядами и традициями, а так само с сучасными забавами. Гомельчане змагаліся мешками, кидали бульбу и на хуткость ставили у печку чыгунок вилками. Обовязковые песни, танцы, карагоды и, вядома, майстер-класс по плятенні купальских вянков. За основу мы берем колоски. Потом берем следующий пучок колосков. Прилаживаем, прокручиваем и так берем, дальше делаем. В итоге получаются венки у нас разные, разная основа. Берем, еще не можем включать ягоду. Тут же можно было научиться робить ляльку оберег для молодых матей, у яких только народилось дитя. Ляльки робятся без ножниц и иголок, нитки не повинны докоронаться до железа. Обычно такие куклы изготавливали из старой одежды матери, потому что она несла энергетику матери самой, чтобы защищать малыша. Куклы выполняются без лика. Вот у меня, видите, лица нет, просто вот силуэт человеческий. Вот, потому что если кукла будет с ликом, то она уже будет нести негативный характер. А гэта драўняная скань. Старажытная беларуская традыция, якая была страчана. Зараз гомельские майстры обновили гэтую технику. Берется стружечка и выкладываются такие работы различных вариантов. Специальные станки, которые нарезают стружечку, она определенных размеров, и выкладываются определенные рисунки. С последних таких больших работ это наш президент подарил Папе Римскому икону, выполненную именно в древесной скане. У центре пляцовки усталявали ляльку Мару, вокруг якой водили карагоды русалки, лесуны, водяны и іншыя мифологичные насильники белорусских полей и озер. А девчины уже рыхтавались до пошуку папороть кветки. Мы научились вести вот такие вот великолепные венки. Увидели бои подушками, прекрасная еда здесь готовится, много людей, все красивые, радостные, счастливые. Сегодня, естественно, будем запускать венки, искать папороть кветку. После ритуальных танцев ляльку спалили, а купальские венки пустили по воде. Старожитная славянская традиция кажа, что у тым баку, куда яны поплывут, живе нарадшоны дзяўчыны. Яўген Паблавец, Сергей Лукашук, телерадокампания «Гомель». Гэтая, а так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенко. Я і мои коллеги сочым з развіццём падзей у Гомелі в области. Заставайтесь с нами.